Если вы хотите получить от бюджетных наушников больше, чем их стоимость, то производитель Knowledge Zenith, он же KZ, это тот самый случай. Knowledge Zenith DQ6 это трехдрайверные динамические наушники. Они порадуют музыкальным звучанием и удобством эксплуатации. Все это скрывается за сдержанным неброским дизайном. Основа чаш из прозрачного глянцевого пластика. В глаза сразу бросаются фейсплейты из фирменного цинкового сплава. Квазикастомный корпус положительно влияет на удобство посадки и ношения наушников, а также на пассивную звукоизоляцию. В комплекте набор силиконовых амбушюр разных размеров. От правильности их выбора будет зависеть и звучание, и пассивная шумоизоляция. Если комплектные насадки вас не устраивают, я бы на вашем месте поигрался с их выбором. Возможно, лучший эффект от звучания будет с амбушюрами из пенного материала. Звуководы правильной длины из металлического сплава. Заметны специальные выступы для поддержки амбушюр. Наушники комплектуются плетеным съемным кабелем белого цвета. В его основе посеребренная медь, двухпиновые коннекторы стандарта QDC, есть заушины и гарнитура. В каждой чаше здесь по три динамических излучателя, среди которых 10-мм вуфер. Большой динамик как бы намекает на концентрацию басов, но на деле все звучит иначе. KZ-DQ6 показывает сбалансированную музыкально ориентированную подачу, в основе которой аккуратная V-образная чиха с легким микроконтрастом. Плотные разборчивые информативные низкие частоты в правильном количестве. Объемная мелодичная эмоциональная середина с аптекарской дозой аналогового звучания. Высокие частоты радуют звонкостью, весомостью и приемлемой детальностью. В основе наушников стереопанорама с сочетанием должной масштабности и внятным позиционированием. В итоге мы получаем добротные наушники со сбалансированным звучанием. Они не требовательны к источнику, можно напрямую слушать с ноутбука или смартфона. Для получения полной картины и раскрытия их потенциала я тестировал с усилителем для наушников Shanlin QP5. Послушать и купить KZ-DQ6 вы можете в наших аудиосалонах SoundMag в Киеве, Днепре и Одессе.